На днях появилось обращение Государственного департамента Соединенных Штатов к российским гражданам, которое можно расценивать как призыв к свержению конституционного строя в России. Мы все прекрасно понимаем, кто должен был услышать это обращение. И на фоне этого, опять же, появилось заявление представителей Украины о том, что все, что взрывалось, все, что горело в прошлом году в России, это дело рук украинских диверсантов и сочувствующих им граждан. И точно так же на этом же фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой российской интеллигенции, в том числе творческой интеллигенции, которые точно так же можно расценивать как предательство, как измена Родине, как призывы к свержению государственного строя. И я думаю, что наконец-то настало время переиздать, перевыпустить приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина о создании СМЕРШа, организации «Смерть шпионам». Она была призвана еще тогда, в те годы, для борьбы с диверсантами, с предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере.